футбол. Сдаются в дружбе большие стадионы. Раз. Раз.
Раз. Добрый день. Приветствуем вас на детском юношеском турнире имени Геннадия Забелина. Турнир, который будет идти все выходные. С вами я, Андрей Владислав, мой коллега Артем Лукин и многочисленная футбольная аудитория всей России. Матч, которым будем освещать, это будет матч открытия ЦСКА Тимирязевец. Встреча эта проходит в манеже Локомотива. Прекрасные здесь условия. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на традиционном турнире, посвященном памяти легендарного железнодорожника, заслуженного тренера России Геннадия Степановича Забелина. Вот диктор только что огласил и поприветствовал всех участников и зрителей данного турнира. Если сейчас я успею, я могу назвать вам составы играющих команд. Так и есть. ЦСКА, Москва. Дорогие друзья, стартовали первый матч. Пожалуй, лучше сейчас паузу. Турнира памяти Геннадия Степановича Забелина. И на поле номер один встречаются команды футбольного клуба «Локомотив Москва» и детско-юношеская спортивная школа номер три, город Курган. На поле номер два встречаются команды футбольный клуб «Спартак Москва» и футбольный клуб «Тюмень», город Тюмень. На поле номер три встречаются футболисты команды детско-юношеской спортивной школы ЦСКА Москва. Ну а между тем, игра и уже стартовала. Клуб Тимирязевец Москва. Вот на ЦСКА поле номер мяч. Встречаются команды. Открывает корпуса. Школы Чертанова. Подача, но игрок. Игрок не смог дотянуться до мяча. Очень и жаль. Футбольного клуба Динамо Москва. Сейчас юный тимирязевец бросит мяч из аута. 90-й номер потерял мяч. Прекрасно сыграл в защите юный армеец. И заработал для своей команды свободный удар. Как вы уже могли услышать, параллельно проходит множество двух встреч. Сейчас слева от меня команды забили гол. Тем временем на поле номер три, где встречаются команды футбольной школы Чертанова Москва и футбольного клуба Динамо Москва. Счет уже 2-0. Дубль в ворота команды Чертанова сделал Чупаев Александр. Ну, сейчас сами все слышали. Тем временем Тимирязевец вводит мяч в игру. И вот хороший момент. Подбор. Выше ворот. Какой опасный момент. Упустил сейчас игрок ЦСКА. На добивание он оказался перед пустыми воротами, но не сумел попасть. Итак, ЦСКА Москва. Главный тренер Плахитко Андрей Марьянович. Состав: Автакин Алексей, Бригадин Егор, Габунов Иван, Гурский Владислав, тем временем Тимирязевец в атаке, Качалов Александр, Липовский Сава, Лукин Матвей, Орлов Степан, Парайков Станислав, Ромашин Егор, Зорин Даниил, Сафонов Федор, Семенчук Давид, Тряшин Макар, Сухов Никита, Тагизаде Никита, Чичоев Орц, Чистяков Матвей, Чугунов Никита, Шейхутдинов Владимир. Как вы видите, для турнира 7 на 7 главный тренер решил привести достаточно большой состав. Больше, по-моему, только у московского «Спартака»
Итак, состав тимирязевца. Тимирязевец тоже московский клуб. Старший тренер Мачиев. Тем временем я слышал еще один мяч. На поле номер один. Футбольный клуб «Локомотив Москва» открывает счет в матче против команды детско-юношеской спортивной школы. Итак, подача. Ну, и опять же на добивание нерасторопно играет нападающий Мармейцев. И еще один мяч. Пока что только... На поле номер три. Футбольная школа Чертаново отыгрывает один мяч в матче против команды «Динамо». Тем временем Чертаново забивает один мяч. И вот выпускает мяч. Тимирязевец. Номер один. Футбольный клуб «Локомотив Москва» забивает второй мяч в ворота команды «ДЮСШ» номер три города Кургана. И покидает мяч, уходя за лицевую линию. И мой коллега Артем сейчас только что вернул их ребятам. И только в матче ЦСКА Тимирязевец пока что счет не открыт. Итак, Тимирязевец Москва, старший тренер Мачиев Андрей Игоревич. Абрамов Андрей, Гафуров Алан, Дунаев Александр, Козлов Никита, Лузгин Алексей, Медоев Александр, Мусин Тимур, Минкин Дмитрий, Остапович Артем. Так, ЦСКА в атаке. Подбежает к воротам, прострел и опять. Раз за разом. Атаки ЦСКА не приносят пока успеха. Мяч уходит за лицевую линию. Очень неаккуратно выносит мяч. На подборе первый игрок ЦСКА. Нарушения не было. А нет, все же было. И разыгрывать будет Тимирязевец. Если защитник обладает хорошим ударом, отсюда можно и пробить. Нет, ковыряет он мячом землю. Прекрасно проходит троих, четверых. Угол! На поле номер три. Футбольный клуб ЦСКА Москва открывает счет в матче против команды Тимирязевец Москва. Один ноль. Армейцы впереди. Вот армейцы вышли вперед. К сожалению, я не успел рассмотреть, кто забил гол у ЦСКА. Сейчас, наверное, объявят. А мы поздравим этого молодого Голиадора, который словно Месси, словно маленький Месси, прошел одного за другим всех своих противников. Удар в ближний угол мимо. Мимо. Тем временем Чертанову и Динамо уже забили на двоих три мяча. Прошло совсем немножко времени. Для тех, кого данный турнир заинтересовал, предлагаю прийти сюда завтра. Три-один. Московская «Динамо» ведет. Сейчас передает мой коллега. Эта встреча находится совсем рядом. А тем временем Тимирязевец. Тимирязевец. Упускает такой шанс. На поле номер четыре.
Футбольный клуб «Динамо Москва» забивает третий мяч в ворота команды Чертанова. Ну, вы сейчас сами все слышали. Подбирается игрок слева, но защитник выцарапывает мяч. Я думаю, мяч уходит на угловой. Пожелаем удачи. Нет, аут. И нет никого рядом из партнеров. На поле номер один футбольный клуб «Локомотив Москва» забивает третий мяч в ворота команды ГЗШ номер 3. Счет в матче 3-0 в пользу команды «Локомотива». И ГЗШ тоже горит 0-3. Пока что все фавориты. Номер 4. Футбольная школа «Чертанова Москва» забивает еще один мяч в ворота команды «Динамо Москва». Ай-яй-яй-яй-яй, какой момент у Мирязевца. Тем временем Чертаново и Динамо решили сыграть в хоккей. Счет уже 3-2. Ой-ой-ой-ой, какая ошибка! И если бы сейчас не самоотверженность голкипера, Тимирязевец бы смог выправить положение. Теперь инициатива в этой игре принадлежит Тимирязевцу. Прекрасно. Прекрасный турнир, дамы и господа. Мяч отдает Тимирязевцу. Вот он, игрок Тимирязевца. Пытался нанести удар. Так. Пока что во всех группах ведут столичные клубы, ведут и «Спартак», и «ЦСКА», и «Динамо», и «Локомотив». Подача. Мяч разминается с дальней штангой. Опасные звоночки звучат для лица ворот «ЦСКА». Тем временем я чувствую, что «Спартак» забил еще. Совершенно верно. На поле номер 2. Футбольный клуб «Спартак Москва» открывает счет в матче против команды футбольного клуба «Тюмень», город Тюмень. Счет в матче 1-0. А ну вот, только что «Спартак» вышел вперед. Тимирязевец возле чужих ворот разрядил обстановку. Сейчас очень большая свободная зона игроков. Удар! Мимо ворот. А мог сейчас не пожадничать и отдать партнеру. Может, гляди, партнер бы сыграл лучше. Вот такая вот ирония судьбы. Но мы пожелаем, чтобы без травм обошлось и в сегодняшнем турнире. Игрок нерешительности. Забивает все-таки мячом ЦСКА. Пытался убрать под себя хавбек. Итак, после этого матча. Следующий матч будет «Локомотив 2 ЦСКА».
армейцы. Итак. Армеец выжидающе делает паузу. Сейчас будет удар. Это бьет. И четвертый номер. Молодой Сережа Игнашевич посылает мяч мимо. Конец первого тайма. Счет 1-0. Впереди московские армейцы. На поле номер 3 закончился первый тайм в матче между командами детско-юношеской спортивной школы ЦСКА Москва и футбольным клубом Тимирязевск Москва. После первого тайма счет 1-0 в пользу команды ЦСКА. На поле номер 2 Спартак Москва забивает второй мяч в ворота команды Тюмени. Счет в матче 2-1 в пользу команды «Спартак Москва». Да, да. На поле номер 4 закончился первый тайм в матче между командами футбольной школы «Чертаново Москва» и футбольным клубом «Динамо Москва». После первого тайма счет 3-2 в пользу команды «Динамо Москва». На поле номер 1 закончился первый тайм в матче между командами футбольный клуб «Локомотив Москва» и детско-юношеской спортивной школы номер 3 города Кургана. После первого тайма счет 4-0 в пользу команды «Локомотив Москва». Ну, сейчас сами все слышали. «Локомотив» уверенно выигрывает. И наполовину уже выходит из группы. Зрителям, всем наблюдающим за этой трансляцией, предлагаем зарегистрироваться на крупнейшем портале о детском юношеском спорте sportwizard.ru, который, собственно говоря, и освещает эту трансляцию. На портале вы можете узнать множество интересных новостей из мира детско-юношеского спорта, узнать всю подробную статистику, рейтинг игроков, в общем, все самые интересные мелочи и аспекты футбольной жизни малышей. На нашем сайте идут множество трансляций по разным видам спорта, среди них и хоккей, и художественная гимнастика. На поле номер 2 закончился первый тайм матча между командами «Спартак Москва» и футбольный клуб «Тюмень». Тем временем. После первого тайма счет 2-2. Тем временем Тюмень тоже не собирается легко сдавать матч. Прекрасно они выдерживают. Прекрасно они выдержали первый тайм против именитой футбольной школы «Спартак». Дарный турнир посвящен Геннадию Степановичу Забелину, который занимал пост председателя комитета по юношескому футболу Федерации футбола СССР, а также был ответственным секретарем детской футбольной лиги. Детская футбольная лига именно и проводит этот турнир. Турнир проходит среди ребят 2004 года рождения. Знаете, есть был такой интересный случай, что в одном из матчей финала Кубка СССР Забелин сломал ребро накануне, и главный тренер Борис Аркадьев даже не представлял себе, как же команда обойдется без такого оплота обороны, но тот сыграл с корсетом и на уколах. Пусть земля ему будет пухом. Тем временем стартовал второй тайм.
Раз, раз. Вот у нас небольшие технические проблемы возникли. Необъяснимы. Игрок 2. 20 номер армейцев. Забирает мяч. И отдает его партнеру слева. Слева бежит армеец. Должен его подачу. Подача! Голкипер. Голкипер уверенно забирает мяч в свои руки. И выносит. Здесь должен побороться нападающий. Нет. Армеец от греха подальше выносит мяч. На поле номер один. Футбольный клуб «Локомотив Москва» забивает пятый мяч. У ворота команды детско-юношеской спортивной школы из города Кургана. Тем временем «Локомотив» пытается сейчас сыграть в Аргентину и Майку. И пока что это ему получается. А вы могли сейчас наблюдать сухой лист в исполнении папок сухого листа, в исполнении Тимирязевца. Итак. Тём. Нет, не работает. Сейчас работает. Армейцы впереди. Дорогие друзья, и очередной удар. Мы обещаем вам, что вы можете посмотреть прямые трансляции матчей на сайте партнера детской футбольной лиги компании «Спортвизор». Большое спасибо. А все фотографии с данного турнира вы можете посмотреть в социальных сетях, в официальных группах детской футбольной лиги. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, везде. Также фотографии можно посмотреть на сайте Детской футбольной лиги России. Итак, вы сами все слышали. Приглашаем вас ознакомиться с миром детского футбола. Либо посредством нашего портала, либо посредством социальных сетей. И ЦСКА теряет мяч. И Тимирязевец выпускает очередной момент. Если сейчас работает футбольная поговорка, я ничуть не удивлюсь. Но эта футбольная поговорка отказ работать весь матч, поскольку счет по-прежнему 1-0. Выпускает мяч московский ЦСКА. И Тимирязевец впереди. Пока что в остальных встречах. На поле номер 4 Чапаев Александр делает покер в матче против команды Чертанова. Прекрасный глядор. В пользу команды «Динамо». Молодой динамовец решил бить рекорды Геральда Мюллера в одиночку. И похоже, что Чапаев Александр станет лучшим бомбардиром этого турнира, ведь он сделал весомую заявку на это звание. И удар! Галки пробивает мяч и... На поле номер 3. Два добивания. Детская юношеская спортивная школа ЦСКА Москва забивает второй мяч у ворота команды Тимирязевец. Счет в матче 2-0 в пользу команды ЦСКА. Не забил. Тем временем ошибка. ЦСКА не забил мяч. Счет 2-0, ребят. Следите, пожалуйста, внимательней. Итак, ЦСКА по-прежнему в атаке, и он теряет мяч. Нужно исправлять положение Тимирязевцу, иначе шансов на успех будет все меньше и меньше, а значит, будет меньше шансов и выйти из группы. Здесь на чеку вратарь армейцев. Молодец, юный вратарь. Слева ЦСКА. Подача или удар. И голкипер в очередной раз спасает свою команду. Если бы не вратарь Тимирязевца, кто знает, какой бы сейчас был счет. Штанга вручает ворот. Ворота Тимирязевца. Шквал атак сейчас был на игроков в зеленой форме. Выдержали они этот ураган. Выдержит ли еще, посмотрим. Подача в центр, не дотягивается игрок до мяча. Какая
какая ошибка. Тем временем «Спартак» и «Тюмень» похоже, что играют в 2-2. Очень большая трибуна поклонников у московских спартаковцев. Очень много у них болельщиков сидит именно в той части сектора. Чертанова и «Динамо» уже забили на двоих 6 мячей, как я уже говорил. Юный «Динамо» сделал покер в этом матче, практически в одиночку разгромив соперника. В одиночку он решит исход этого матча, скорее всего. ЦСКА тем временем пожарит у своих ворот. И зафиксировано нарушение. Нет, похоже, что мяч все-таки ушел. На поле номер 2 изменился счет в матче между командами «Спартак» Москва и футбольным клубом «Тюмень», город Тюмень. И прострел. Счет 4-3 в пользу команды «Тюмень». 4-3, выходит «Тюмень» вперед. Провинциалы впереди. Впереди Тюмень. Один. И очередной момент упускают. Упускают тимирязевцы. А тем временем счет меняется. Счет становится 2-0. Оказывается, все-таки успел забить ЦСКА в самом начале. На второй тайм, как только команда... Тем мяч. Вот мяч прокатывается к нам. В самом начале второго тайма успел ЦСКА забить. Приносим свои изменения за эту небольшую ошибочку. Слишком быстро все это произошло. Не успели мы даже моргнуть глазом. Собственно говоря, так быстро ЦСКА начал второй тайм. Контролируют ход игры армейцы, но складывается впечатление, что если бы футболисты тимирязевцы были чуть расторопней, могли бы они уже давно быть впереди. Впрочем, и ЦСКА мог уже неоднократно увеличить свое преимущество. Вот, хороший удар. Выше ворот. Прекрасный был удар. И разведет тимирязевец мяч от центра поля. Тем временем ждем пока новости с остальных полей. А всем, кто на нашем портале сейчас следит за этой трансляцией, напомню, оставайтесь на портале вплоть до 5 вечера. Хотя, может, чуть раньше, просто следующая игра стартует уже скоро. Будет она в 2:30. Еще через час на этом же поле играет тимирязевец «Локомотив-2». И группа В на этом свои матчи завершит. А завтра в четвертьфинале мы увидим какую-то из этих команд, которая сегодня играет на поле. Возможно. Скорее всего. Футбольный клуб «Спартак» Москва забивает мяч у ворота команды футбольного клуба «Тюмень» из города Тюмень. И вот опять голкипер тимирязевца фиксирует очередной удар. Наверное, это уже был 10 или 15 удар по воротам тимирязевца. Вся подробная статистика есть на нашем портале sportvisor.ru. Тем временем мяч чуть едва ли не залетел в ворота ЦСКА, но коснулся он ее с внешней стороны сетки. Тем временем «Спартак» выравнивает игру. А «Динамовцы», похоже, не намерены останавливаться. На поле номер 4. Футбольная школа Чертанова забивает мяч у ворот команды «Динамо».
Счет в матче 4-3 в пользу команды «Динамо». Вы сами все слышали. 7 мячей на двоих. Прошу прощения, счет в матче 5-3 в пользу команды «Динамо Москва». А нет же, 8 мячей. Вот видите, как вы, как любят ребята забивать. Играют очень открытую игру. И какой мяч! Дальнюю девятку забивает сейчас этот армеец. Возможно, спустя много лет он еще вспомнит этот мяч. Футбольный клуб «Динамо Москва» забивает 6-й мяч у ворота команды Чертанова. Счет в матче 6-3 в пользу команды «Динамо Москва». 6-3. На поле номер 3. Детско-юношеская спортивная школа ЦСКА «Москва» забивает 3-й мяч у ворота команды футбольного клуба «Тимирязев» из города Москва. И штанга выручает ворота. 3-0 ведут московские армейцы. Тем временем мне бы интересно было узнать. А тем временем мой коллега заметил, что второй мяч забил номер 12. Вы помните, что в первый мяч он забил шедеврально, обведя пятерых или шестерых игроков. Практически всю команду намотал этот паренек. А сейчас он забивает в девятку. А сейчас игрок Тимирязевца спасает свои ворота, в подкате выбивая мяч. Прекрасные условия для этих ребят, чтобы играть в футбол и наслаждаться этой игрой. Упускает армеец мяч за боковую линию. Тимирязевец спешит вперед. В суматохе теряет мяч. И... удар! И опять же 12 номер не спешит останавливаться. Тоже хочет он стать лучшим барьером этого турнира, а может просто лучшим игроком. Но все предпосылки для него у него, для этого у него есть. Отметим эту игру. Прекрасно играет этот молодой человечек, юный футболист. После игры мы, конечно, уточним, кто же забил у московских армейцев. А сейчас мяч разминулся с дальней штангой и покинул поле. Будет свободный удар. Вносит мяч вперед, но опять же за него цепляются московские армейцы. Расклеилась игра в последние минуты у тимирязевца. Тем временем счет пока нигде не меняется. И опять же, кипер спасает свою команду. Боюсь представить, если бы не вратарь Тимирязевца, каким бы сейчас был счет. Хотя, честно говоря, были и моменты у игроков в зеленых майках. Вот сейчас подают они штрафной, но не точно. И игра завершается. Футбольный клуб «Тюмень», город «Тюмень». Забивает 5-й мяч в ворот команды «Спартак Москва». Счет в матче 5-4 в пользу команды «Тюмень». Побеждает 5-4 «Тюмень», хотя игра еще не завершается. ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 3-0. По-моему, что и завершилась встреча между Чертановым и «Динамо» уж слишком вяло. Чертанов и «Динамо» между тем играют. На поле номер 1 закончился матч. Детско-юношеская спортивная школа номер 3, город Курган. Да. Окончательный счет матча 6-0 в пользу команды «Локомотив Москва». Тем временем. На поле номер 3 закончился матч между командами детско-юношеской спортивной школы ЦСКА Москва и футбольного клуба «Тимирязевец», город Москва. Счет в матче 3-0 в пользу команды ЦСКА. На поле номер 4 закончился матч между командой футбольной школы «Чертанова» Москва и футбольного клуба «Динамо Москва». Счет в матче 6-3 в пользу команды «Динамо Москва». 9 мячей забили ребята на двоих. Итак, завершился первый тур. Как вы слышали сейчас все результаты. 6-3 побеждает «Динамо», 3-0 победил ЦСКА, «Спартак» и «Тюмень» уже доигрывают. «Локомотив» тоже победил, то ли со счетом 5-0. Сейчас мы уточним счет.
оставайтесь на связи. Впереди, через полчаса, вы сможете увидеть встречу между «Локомотивом-2» и «ЦСКА». Регистрируйтесь на портале «Спортвизор», чтобы быть в курсе событий, в курсе всех событий, происходящих на этом турнире. С вами я, Андрей Владислав, я еще никуда не ухожу. С вами мой коллега Артем Лукин. Следите за всеми трансляциями на нашем портале, следите за новостями, происходящими в мире детского и юношеского спорта. Мы всегда сможем оставлять вас в курсе событий. Командами «Спартак Москва» и футбольный клуб «Тюмень», город Тюмень. Счет в матче 5-5. 5-5 решили сыграть команды. 10 мячей друг на друга забили. Как видите, очень результативный турнир проходит в этом манеже. «Локомотив». Итак, в группе. В группе «Б» «Спартак» и «Тюмень» разошлись в ничей. Сыграли они 5-5. Значит, у них по одному очку. ЦСКА в группе «Б». В группе «В» на первом месте. Победили они со счетом 3-0. Чертаново и «Динамо» сыграли 3-6. Впереди «Динамо». И «Локомотив» тоже свою группу возглавляет, победив с крупным счетом «Курган». Оставайтесь на трансляции. Впереди еще много интересных событий.